Всем привет, меня зовут Боксик, и сегодня поиграем в мини-режимы детской игры. Во что же играют дети 2020 года? Ну что ж, погнали. Итак, когда мы заходим в эти меню, так сказать, мини-режимов, то мы видим вот эти вот пустые квадратики. Зачем они, если нажмут, то ничего не будет происходить. Ну ладно, давайте уже начнем играть. Нажимаем на первую игру. Ага, да, в принципе, понятно, нам нужно как-то делать так, чтобы этот шарик запрыгнул на следующую ступеньку, и не переборщив его, так сказать, мощность, и не преуменьшив. Ага, пока что мне это не очень хорошо получается, ну, это, первый, блин, ком, как говорится. Ладно, переходим в следующий мини-режим. Итак, это, я так понимаю, рыбалка. Ага, и тут нужно ловить рыб, не бедные рыбы. Ну ладно. Ну что-то не получилось. Я не успела еще. Ладно, давайте продолжим. Давай, ловись, рыбка. Ура, поймали! Мы поймали рыбу! Вроде. Хорошо, у нас уже неплохо так идет наш улов, скажем так, но за это мы жалко, что не получаем саму рыбу, получаем только деньги. Хотя, почему? Ну ладно, давайте лучше перейдем к следующему мини-режиму. Итак, а в этом мини-режиме мы должны будем вот так вот летать по каким-то шарикам, вроде это планеты, как я понимаю. И собирать монетки, летать по шарикам, и все, это весь мини-режим. Ладно, давайте уже перейдем в следующий мини-режим. Так, здесь мы уже должны будем нажимать на черные клавиши, но нельзя нажимать на белые клавиши. Так, ну и все, это вся суть этого режима. Ну и все. Итак, следующий мини-режим — это волейбол, так понимаю, и тут как бы просто нужно играть с роботом, и чтобы сделать так, чтобы мне не забивали голы, и в принципе все. Ну что ж, давайте уже перейдем в следующий мини-режим. Итак, это, я так понимаю, баскетбол уже, и тут нужно, естественно, забить в этим мячом в это кольцо, которое вот так вот все время куда-то едет. Ну что ж, давайте попробуем.
Ну что ж, давайте уже перейдем в следующий мини-режим. Итак, ну, я так понимаю, как бы нужно собирать вот эти вот всякие камни и желтые штуки. Ну что ж, давайте будем их собирать. В этом режиме нужно будет резать фрукты, нельзя задевать камень. Давайте попробуем. Итак, это, я так понимаю, змейка, где вот так вот нужно есть фрукты и становиться больше в размерах. We'll be right back.
Итак, следующий мини-режим заключается в том, что мы как бы должны резать такие коржи тортика, и все. Ну, как бы сделать так, чтобы он резался ровно, но у меня это не получается. Итак, это были все мини-режимы в этом разделе. У нас есть еще 5 разделов, и если вы хотите, то я могу сделать также обзор этих разделов, ну, то бишь, других мини-игр. И да, ссылку на эту игру я оставлю в описании. Всем пока!